смотри, это ж сколько труда, да, вот так дороги положить. Сколько мы едем, она бесконечна, это что люди трудились, каждый сантиметр, да? Вот укладывали, катали, асфальт ложили. Ну да, а как без людей? Я не знаю. Да. Как они будут без людей жить? Ну да, глобалисты которые, да? Я тоже, вот я тоже думаю, вот это вообще жутко. В лесу идешь, рад человек вот идет какой-то, тоже грибы собирает, да? Вроде хорошо, природа, отдыхаешь. Вначале настораживаешь, что за человек, кто это, в лесу, да? А потом разговаривают люди, говорят, вот грибы есть там, где ты был? Нет, а нету ничего. Ну, пошли в эту сторону, пойдем, да? И веселее идут люди, разговаривают дорогой. Конечно. Да. А это ж, ну, если они собираются, чтобы шар опустил наш зимой. Угу. И остались какие-то люди, которые будут обслуживать. Ой, да что? Вообще... Ничего не получится у них все равно. Ну, людей-то я... больше, чем их. Я думаю, что нет. Конечно. Вот красоты какой настроили. Да. Тут красоты, только живи. Да, с того хода заехать нам надо. Не с этого, а с того. А с того это где? А объехать надо вокруг. И там, вот вокруг прямо объехать это место. А здесь разве, здесь, по-моему, нет объезда. Ну-ка, это сюда вот ехали? Сюда. Сюда, да? Да, оттуда, это вот здесь вот есть дорога. А, вот сюда, да, да. Вот да. Сюда? Сюда, да, вон туда там. Там дальше вглубь ехать, ага, вот, да. Господи, это ж я говорю объехать. Ну, объехать можно да. Там, оттуда, я знаю. Там, где у них зоопарк, вот там зоопарк. Дальше, вот, там, надо было... Где администрация. Надо было туда оттуда ехать. Оттуда, да? Да. Отсюда, я не знаю, куда она придет. А то мы сейчас... тогда так ехали как-то, Наташа, да? Вот, наверное, вдоль забора этого ехали. Вот раздолье приехали мы, красоту. Другому входу там, ну, вы знаете, да? С той стороны, да, зоопарк там. Угу. Видите, как красиво у нас. Это Брянск наш, вот такой красавец. Такие у нас дома отдыха такие. Раздолье. Красиво. И всюду-всюду, ребят, у нас сосны, леса. У нас так красиво в Брянске. Красота. Видите, как домики какие. Из дерева все из чистого. Из Москвы звонят, где у вас можно отдохнуть? Ну, я говорю, в Раздолье. Красивое место, правда? Куда можно Новый год приехать? Я говорю, сказка, это Раздолье у нас. Сказочное место. А вот вы ездите, куда вы людей возите еще? Сюда. Сюда, да? Угу. Эти ребятки ездили, какая красота. У нас и память чтят погибших, тут вот и памятники, и все, сразу вот заезжаешь, видите, что музей у нас здесь, да, техника военная, настоящая же техника стоит, которая воевала, представляете? Вот, показывала я несколько лет назад, мы приезжали сюда, показывала репортаж отсюда. Удивительное место. Вот зоопарк этот, зверинец такой маленький такой. И вон машин, сколько людей приехало, сколько много отдыхать. Ну, пожалуйста. О, по приглашению. Ну что, вам репортаж отсюда идти. Спасибо вам, с Новым годом вас. И вас. Вас как зовут? Здоровья. Сергей. Сергей, поздравляю вас с Новым годом. Здоровья. 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 Да. 46.